А вот белый верблюд. Красавчик. Рысь. Евразийская. Плохо видно, далеко сидят. Тигры. Амурский тигр лежит, отдыхает, кисюльчик. Что-нибудь Эму. Дай ему что-нибудь. Клювик. Иди сюда, иди сюда. Они ж тут дрессированные, да, бумажные пакетики. Давай я отдам тебе длинненькое что-нибудь. Давай, давай, давай. Глянь, какой малышок. Дай сюда. Да ты товарищ. Ой, я боюсь. Давай, о, блин. Давай. Забросим. Давай. О, давай, давай. Давай, родненький. Ну тебя стрёмно, у тебя клювик такой, что он не жрет? Сожрал. Сожрал уже? Он что, проглотил не жуя? Как Пуся. Офигеть, ты крокодил? Да, все, одному дали. Это товарищи Эму. А вот какая корова. А написано, кто это? Не написано. Бычара такой с рогами, блин. А вот какие. О, скушка. Зубами смотри, чтоб не хапанул. Все. Всем по чуть-чуть. Ой, какие у вас рожки. Ну тоже на ладошке дай. Так, на ладошке. Ну давай, 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 давай. Ням-ням-ням-ням-ням. На ладошке. Все, скушкал. А мне, говорит, я тоже в очереди стоял. Я тоже, скажи, тут стоял. Я тут стояла. Все. Фазанчики. Еноты стирают. Немножечко эротики. Ай-яй-яй-яй-яй, тут же дети. Привет. Енотовидные собаки. В натуре как собаки. Только рука, руки еще как у человека. Да, там не кидали. Не кидал. А вот мои любимые фламинго. Не розовые, конечно. Ну что, начали розоветь. Они ж креветками их надо кормить, чтобы они розовые были. Ну что ты? Что ты? А, успел скушать? Давай мне дай, я одна, а второму не давай. А ты ему не давай. На, все, мало есть. Старик этот не дает. Все, Мила, я дала. Старик не дает малому. Мила, не надо ему. Он жадина, говядина. Еще наглый морди. Отвлекаем. Отвлекаем. На, на, на. На, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Все? Не ест? Не ест. Чего он ест? Не ест. Балда, ты балбес. Ты балбес. Мила, а что ты их кормишь? У них, ты посмотри, сколько еды в вольере. А ей все равно. А нам не хватит сейчас на последних. Ну и что, он ест? Да. Давай.
тоже мелочь пузатая. Боже, что это? Это морские спиники. Что это? Что это? Что это? Ребята. Это эти, как они, кенгуру-мара. Патагонская мара и вместе со свиньями. Прикольно. Бля, их сколько много. Так, а в будке, смотри, там пушистый такой. Как твоя эта кола, похоже. Ну эти прям кабаны, да. Да? Свиньи такие кабанистые. Прикольно. Уматные такие, ля, какие, как крысёныши. Горитики, прикольные. Шмяк-шмяк такие. Шмяк-шмяк. А вот эту патагонскую мару никто не видит. Кролики. Это не только ценные мех, но и 3-4 килограмма ценного мяса. Может, редиска? Ну да, они тут для них. Они хотя яблочки он лежал. А редиска. Нет. Нормально. Вот так вот вся твоя редиска. А ну-ка, ну-ка. Посмотрела не. Не, не редиска. Как пуся. Ну да, родственники пуси. Приятно познакомиться. Вон они, милахи. Так далеко. Далеко сейчас. Ну все, приблизить не могу. Ну кто тут? Да какие у них хвосты шикарные. Да, они какие. Только поближе, далеко, как, да. Как-то далеко, хотя поближе, бы на середине да. Поставили. Чупа-чупс. Чупа-чупс. Она фокусируется, блин. Мутное стекло, потому что. Кегли. Мила кормит, забрасывает в топку. Кошмар. Таким бородком-то метку. Давай немедли. Он начинает нервничать. Все, скормили. Он малышу, глянь, вообще ничего не додает. Их бегемоты едят, а малыш голодный. Нифига, без редиски не заигрывай. Раз по морде хвостом. Опа, опа. Так, опять кусочек секса. Ну, извращенцы, извращуги. Все, не сложилось. Не слаживается. От скуки попытался, наверное, от скуки. Красавчик. Тут продолжение. А, наверное, неудобно. Что-то он поругал его. Вид пантера преимущества. Когда ты понимаешь, смотри, Наташа, написано, что это... Да подожди. Очень близкий друг. Согнал. Ничего себе. И тут запечатлели такое. Тара-та-тара. Специально для меня. Для репортажа. Давай, потрусить еще надо. Трусит еще. Это крылья, здесь обзор.
Красавчик. Опа, завлекает. Да, пёрышко бы, да. Видишь, пытается. Завлекает курочек. Жертва вот эта. Да хрен с ней жертвой. Дай хвост снять. Все, пошли. Побежали. Они там бегают. Вот так красиво, да, вообще, Лянь? Красавчик. Ну, сейчас раструсит. Ты достаточно. А, потом будет как можно. Вот. Ой, сейчас буду кормить. Зовут его. О, и вторая идет. Ближе. Ничего себе, Лянь, как красиво лежит. Картошка. Говорит, а меня кормить кто будет? А, у него нет, да, для кормежки у него нет здесь. Я увидел его. Какая птаха. Посмотрите на ее лапу. На секундочку. Глаза закрывает. Не так, как мы. Нижними веками? Нет. Вертикально. Ага. Все увидели? Вертикально. Аккуратно, Паша, пальцы. Веками вертикально. Для какой у нее шея какая фиолетовая. Тут и не было никогда. Ну перестань просить. Не, тихо, пальцы, убери пальцы. Красивая. Видел? Как инопланетяне. Спасибо. Кто такие? На сухе. На сухе, ты думаешь? А ну-ка, кто это? Что он там хавает? На сухо, значит, не ошиблась ты, на сухо. Миленький. Опять морские свинки и курочки. Смотри, там, яйца были где-то что. Ну, это перепелки, наверное. Только что яйца были. Яйца несут перепелки. И морские свинки вместе живут. Свинкам, да, свинок на корм. А он видела пушистый, Лянь, какой свин вон он. Забрать бы одного, да? Да, мне вообще лысый. Лысых мы тут не видели, а тут просто лохматенький. Он один такой вообще. Да, и он самый такой большой. Вон он, да, лохматый какой. Жопа это, с начесом. Шикарный ягуары, ягуары, ребята. Еще к нам приедет. А там еще вон. Смотри, там идет. Ой, валяется. Я ж говорю, там еще он валяется. Давай в тенечек. Красивые такие. Иди сюда. Это ягуар.
водичку пьет. Егор, иди сюда. Они что, смотри, там не пьют. Ого, какие у него челюсти. Егор. Это Егор. Это Мишки купаются. Душ. Мишкам лучше всего, да? Львы там, на жаре лежат, а эти шикарно, да. Банные процедуры. Спа, спа-салон. Круто. Может, это не спускается. Тут тоже кормить надо, видишь, за день у меня труба. А мы уже ж покупали корм, сколько можно. А у него, видишь, апельсины хавает. Видишь, одна кожура валяется, да. Кожура одна, оставляет одну кожуру. Возле трубы стоят, думают, сейчас кинут еду. Видишь, тут труба. Они ж такие, не, никто не кормит. А третий сидит там, он в бассейне. А ему хорошо. Он, наверное, не... Бози, обезьяны. Вы такие маленькие, на солнце. Это молодежь, да, вообще, да, какая-то, молодежь. Да? Молодые, да? Жопчики молодые. Не понимает, что я от него хочу. Ля-ля-ля, раскинулся такой, говорит, чешите мне. Мам. Ну что, скажи, пожрать что-нибудь. Да не реагируют они. Тут таких, как ты, ходят, стучат. Не, ну, вот этот вот, он не понимает. Балуется, да? Шерстяка такая, молодые такие, да, такие, шерсть у них хорошая такая. Как у Пусеньки, да? Похож на Пуську? Немножко. Похоже, да, чем-то таким, как Пусёныш? Ну, это вообще, он малыш такой. Вот это вообще милаха, да, такая? Он не понимает, что происходит. А как он сидит? На корточках, бедняга. Что ты, зайчик? Зайка побегайка. Я бы, может, дала покушать. Да, тут видишь их, они так, чтобы их не кормили. Жопатик. Вообще не реагирует. Он вообще такой, медитация. Не-не, он что-то смотрит, он куда-то мимо смотрит. За кем-то наблюдает. А, нет, все, уже не наблюдай. Наблюдал. Отдыхать, как у вас в бане, да? Ходите, стучите. А вы интересно. Интересно, смотри, как он. Он вообще спит. О, вообще, ляньте, дрыхнут. Лис. Наверное. Рыжий лис. Наверное, рыжий. Может быть, собака какая-то? Ну, ладно, и так. Второй вот он. Обалдеет. Мне все равно. А может, приблизиться так? Какой-то интересный. Есть. Дурак, он прыгает. Такой, с белой мордой. Ля, еще его звучит. Слышите? Сволочи. Я вам сейчас... Сволочи. Засоряйте квартиру. Кутуняк это когда. Квартиру засоряйте. Пара гимнастов. Непонятно. Короче, блох ищут. Боже, а тут миллион черепах. Ты посмотри, сколько их много. Кому они на корм? Не, черепах никто не ест. Глянь, сколько их вообще.
А там я громадный какие-то. Таровать буду. Смотри, какой там красный там. Красный панцирь, да. Да, да. И ногу назад вытянул такой. Ножку назад разминается. Не, он думает, как не ты думаешь? Круто, конечно, тут куча. И маленькие, вообще малыши, да. А вот это Лянин с краю. А то что, не видел?